Так, ребятки, всем привет-привет. Сейчас краткое содержание этого ролика. Батя завел сегодня мотоблок. Сейчас едет в окружную. Будем собирать вот этот навоз, который приготовили для огорода. А это оливки. Вот его будем увозить туда, в старый огород. Возможно, под малину, наверное, возможно, еще под какие-то действия. Вот. Так что ждем. Слышите? Едет. А, да, кстати, сейчас у нас, сегодня у нас 3 мая. Вот, всех с майскими праздниками. Труд, мир, май. 3 мая 2020 год. У всех самоизоляция, а в деревне изоляция тоже есть, но не будешь долго изолироваться, так как кушать-то хочется. Поэтому без работы в деревне, ну, просто никак. Сейчас, кстати, да, покажу одно очень универсальное средство. Не средство, а, как бы сказать, приблуду на мотоблок. Вот он, кстати, снял ее. О, едет. Этот год у него с новым двигателем завелся, заводится вообще изумительно, работает превосходно. Давай еще, еще. А что ты это убрал-то, приблуду? Упал, ладно. Я, блядь, чуть-чуть не сломал ее. А-а-а. Где-то хуйня вылез, что ли? Шпилька, да? Да. Ну-ну-ну. Надо кольцо сделать, да. Ее, скажешь, обижаю, я обижаю тебя. А? А такую хуйню я... Ну, сказал, блядь, ладно. Он на парах стоит, Вовка, вот эту хуйню, он пускай возьмет. Не понял. Газ это. Газовый это. Как она называется? Закреплю я ее. Не надо, пускай. Она эта хуйня вылетела же и упала, блядь. Я чуть-чуть, блядь, где-то не сломал ее. Буксует, блядь. Сейчас я проволоку он найду и поставлю ее. Вон курицы бегут. Для нас говно, для них вкусняшка, витамин. Да? Папа, то не бери. Не знаю, не знаю. А? Серьезно, знаю, что нет.
Курочки, курочки. Идет, хорошо работает. Ну, слава богу. Так, одну больше нет, да? Лакимухи, дайте стой. Лакимуху, он, блядь, он дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан работает. Хорошо? Нехорошо это, а у тебя... Ну, как у нас работал, да? Да. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Двигатель должен кирпич становится, наверное. Ну сколько, блядь, крови-то? Мы выпили, блин. А давай-ка, смотрите. Хули смотри, блядь. Здорово, человек. Ладно, нахуй, здорово. Через год будет здорово. Да, видите, как батя не доверяет сыну родному даже навоз грузить, блядь. Да-да-да. В прошлом году сделали операцию на позвоночник, поэтому тяжелой трудовой работой это нельзя заниматься. Близкие и родные жалеют меня, балуют. Ну, если, конечно, можно работать через год, а какой через год? Через полгода можно опять попасть на операционный стол. А что-то не хочется уже. На глаза уже, блядь, тоже. Ну, вон, а батя сделали операцию на глаза, блядь. Охуярит, как этот, можно, блядь, работать. Наоборот, мне кажется. Это, может, наверное, под малину ее туда? Под которой это разбросанные вокруг? Валек, этот... Зачем положим, она сгниет нахуй. А под малину, как же она сгниет? Валентин положил. Под другую, где он возле этих делал. А оттуда возьмем, перетаскаем. Там в куче-то. Это солома, сено. А для малины вот такая штука, она же намного лучше. Будет. Я так думаю. Говняшка парит. Горит, значит. Горит уже, да. Вон они как. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Горит уже начал, да. Так, ну что, ладно, это скучное занятие. Не буду показывать, как батя работает, а я стою, бля. Ну чё, батя погнал старый огород туда. Вот сейчас этот навоз раскидаем. Братан тоже туда ушел. Стремновато, конечно. Родитель работает, вот. Я хожу как бурундук. Ну что сделаешь? Ни хрена ничего не сделаешь. Ни хрена ничего. А, да, кстати, сейчас еще будем там сразу культивировать, наверное, землю. Я думаю, наверное, посмотрим сначала. Вот, а потом уже после этого будем принимать какие-то действия. Вот так вот начинается утро 3 мая. Вот поэтому давайте подписывайтесь на канал. Будет жогово какое-нибудь, да будет в любом случае. Весна, как говорится, мир просыпается понемногу. Просыпается, становится все прекрасно. Опять попали на бабки. Дом развалился. Этот дом постройки не то 60-х, не то 50-х, по-моему, годов. В этом доме родились мы.
Здесь вот стоял два тополя. Вот. Они кончились. Так, ну что, он батя едет. Ждем его. Ага. А ты вон там встанешь, наверное. А вот так получится? Только сюда не заезжай, наверное. А вот здесь вот крутануть. А это не мало ли будут травы? Которые? Надо вот все посадить, вот да это, и все. Вот сюда посадить. Ну, траву, да. Ну, говорю, всю посадить, да и... Нет, картошку вот эту вот оставим, вот оставим все равно, вот этот лос. А свеклу чего посадить придется? Какая свекла? Каждый год вот свекла. Свеклу нахуй. Ну что, ребят, на этом, наверное, этот ролик... закончим. Вот свое дело, задачи мы сейчас справили. Навоз. Вот. И будем закругляться, как говорится. Делать длинные ролики там по 30, по 40 минут. Ну, смысла, я считаю, что нету, наверное. Вот. Навоз привезли, раскидали. Вот. Вам показали, рассказали. Да и в принципе и для нас было это
очень, как бы сказать, полезно, самое главное. Вот поэтому давайте подписывайтесь на канал, вот, ставьте лайки. После большого промежутка на моем канале и снятия всяких роликов об операции, там, о других там вещах, я думаю, этого уже больше не буду показывать. В принципе, все, вот я хожу теперь только, как бы сказать, нужно немножко беречь себя. Вот, стараюсь сделать зарядку, вот, и другие всякие упражнения. Ну, опять гружу вас все. Все, давайте. Спасибо, что просмотрели этот ролик. Спасибо, что свое драгоценное время потратили на нас. Всем пока.